Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Пятый день, и я забираю 25 миллионов рыбы. Шикарно. Ну что, двигаемся дальше. Получить за 99 рублей огнестрела. Нет уж, спасибо большое. Так, у нас сегодня, ух ты, второе событие появилось. То есть вот первое, которое мы должны пройти. Кстати, осталось буквально 2 дня, и оно закончится. А здесь пока еще, как ты видишь, ранний доступ. Меня сюда не впустят в любом случае. Но вот это вот, подготовка, охрана и столкновение, обязательно сегодня поиграем. Так, ну сначала займемся делами. Найдем шлем викинга. Так, у нас очень мало древесины, поэтому, к сожалению, никого не могу отправить на поиски железа. Плохо. Так, ладно, этих прокачиваем. Так, пара барса и вепря. Наверное, я думаю, их стоит покормить и отправить прокачиваться дальше. Так, забираем здесь бревна. Здесь тоже забираем бревна. Беззубика я отправлял, по-моему, на самое простецкое задание, да. Так что не удивляйся. Так, продолжить. Спуститься пониже. Ну, давай вот это вот возьмем бесплатно. Глянем, что у нас тут. Отказаться. Ну вот как вот, друзья, копить на легендарного дракона, когда тут такие ценники. 230, 320, извини меня, рун. Мне что, эти руны просто так достаются или что? Не понимаю я. Ты попробуй эти руны еще получить сначала. Решил прокачивать новых пока наших драконов. Зачем решил прокачивать? Ну, во-первых, нам нужно очень много ресурсов. Очень много. И, соответственно, эти ресурсы желательно получать в короткий срок. Поэтому решил прокачивать. Хотя на самом деле мне нужно прокачивать моих тех давно забытых друзей. Да? Нашу, как говорится, основу. Основа, ты прекрасно знаешь, она находится вот здесь. Тут и древоруб, и костолом. Для того, чтобы прокачать нам наш зал совета, как ты понимаешь. А нужно, ё-моё, я как посмотрю, что здесь нужно, мне сразу плохо становится. Ну, во-первых, нужны драконы 12 уровня. 12 драконов 100 уровня, вот так точнее будет, да? 12 драконов 100 уровня. Кстати, а я могу прокачать вот эту... Получить железо. Ну давай, в наборы. Во-первых, да, действительно, нам нужно открыть с собой бесплатный пак. Что-то я про него забыл. Так, ужасное чудовище. Древоруб, громобой. Ну и здесь. Так, по мелочи нам накидали. Давай посмотрим, что у нас. Забираем. Сразу отправляем его на очередные поиски. Где у нас там зеленая смерть? Вот она. Треска, все дела. Отправляем. Дальше, модификрылка. Кормим. И прокачка. Прокачка пускай летит. Дальше у нас тут кого-то я еще. Пара барса и вепря, по-моему, если не ошибаюсь. Или как его, брюхохват? Что-то я забыл, как его и величать, если честно, этого дракона. И где он находится на самом деле. Что-то не могу его найти. Где-то он тут был, я его видел. Ну, потерял. Так, а что ты тут находишься? Давай, давай, беги за ресурсами. Так, у нас в академке... А все равно уже места нету, да? Все забито. Так, ну что ж, давай тогда здесь, наверное, тоже... Заберем. Опять же, самые простецкие награды, друзья мои, так что не удивляйтесь. Нету, как говорится, финансов отправлять их на отличные приключения, потому что там требуются руны. А рун, ты видишь, у меня сколько всего лишь? 32 штуки. Куда я их смогу отправить? Да никуда. Вот и отправляем их, как говорится, чтобы они тут просто дурачка не валяли, на самые простенькие задания. Так, что у нас тут? Продолжить. Да, вот это вот хочу взять задание. Ну что, и, видимо, пора нам с тобой идти выполнять
события. Так, есть у нас? Нету. Янтаря не хватает. Значит, давай тогда заберем здесь выполненные 25 тусклого янтаря плюс 30 склянок и еще 50. То есть 80 склянок у нас получается в общей сложности. Окей. 80 склянок. Плюс мы с тобой забираем пак. Да что ты меня сюда-то бросаешь сразу же? Это аренский, а простецкий пак. Крылатый ужас. Ужасное, как ты видишь, чудовище. Парящий прихвостень. А зачем ты мне по два раза? Я что-то не... Зачем мне это все показывать? Я не пойму. Да подожди ты, как... Что с игрой? Не знаю, ребят. Сама по себе что-то меня запускает, запуливает куда. А не попадя. Значит так, события, давай смотреть. Через... Подожди. Да, вот это вот верхнее событие. Подготовка охраны и столкновения. Благо, оно у нас коротенькое, как ты видишь. Раз, два, три. То есть мы можем пройти его за одну заходку. Если получится, это будет хорошо. Потому что потом мы можем еще с тобой пойти и поиграть немножко на арене. Пооткрывать, как говорится, паки вождя. Что у нас тут? Душитель, да, я там смотрю, припрятался у нас. Как видишь, две груши и два прилива сил. То есть, ну, не сказать, что супер-пупер, но годится. Тут, как мы видим, будет всего лишь две волны. И уровень, как ты видишь, дают 13. То есть я уже предвкушаю победу. А тут у нас кто? Крылатый ужас и... Грозокрыл. Подожди, ё-моё, я уже забыл, как величать-то. Грозокрыл? Прикинь, я забыл, как звать дракона. Ё-моё. Нифига, Рэй тебя накрывает. Вот это да. Но это же не... Нет, ветрокрыл-то совсем другой. Грозокрыл? Слава богу, я не забыл, что вот это барсик. А вот это кривоклык. А этот... Шторморез, ё-моё. Грозокрыл. Грозокрыл — это совсем другой дракон. Крутим рулетку и смотрим, что нам здесь выпадает. 25 миллионов рыбы, которую и так, в принципе, девать некуда. И сразу же получаем с тобой пак. С удовольствием забираем. Дальше у нас идет тусклый янтарь. Потом 100 рун. И в конце 200 рун. Вот это я понимаю награды. Ну что же. Плод мудрости исцеляет ваших драконов. Мы это и так знаем. Ну что, первая волна из двух. Уровень уже, как видишь, 14. И опять же здесь душитель, да? Так, добиваем. И опять же две волны. Но противников уже три. Значит, два крылатых ужаса и плюс... Ну ведь это же стальной капкан, насколько я помню, да? Так, повышенная атака, объем сюда. Делаем так, добиваем. Что будет сейчас? Ага. И всю энергию сожрал. Ты прикинь своим ударом, он звезданул. Офигеть. Так, ладно. Ударчик, добивка. Ух, щит, а, пониженная атака. Твою ж дивизию, думаю, что такое, что это не то. А у нас пониженная атака, оказывается, и сюда еще понизил. Ну ты жук, а, однако. Нет, с одной стороны, конечно, лучше понизить атаку. Но понижение брони тоже хорошо. Ну что, добьем? Добьем. Ладно, здесь тоже все окей. Интересно, что нам здесь выпадет. Твою налево, я же было обрадовался, что две прилива сил мне прикатило. Угу. Но зато забираем с тобой 1000 тусклого янтаря. Так, следующий бой у нас будет проходящий. Потом еще один проходящий и уже будет босяцкий. Надеюсь, никаких проблем у нас с ним не возникнет. Ох ты. Какой он красивый, смотри-ка. Какие-то огонечки вокруг него летят. Начну-ка, пожалуй, с этого. Это защитник, я думаю, что у него нет там огненных. Вообще-то есть. Огненные атаки у него есть. Ну, ладно, здесь две волны. Я уже думаю, как-нибудь продержимся. Окей.
Что ты будешь делать? Все-таки имеет массовую атаку огнем. Он напоминает мне почему-то парящего прихвостня. Но, друзья мои, парящий прихвостень у нас, во-первых, не страж. Добьем? Добьем. Йо-йо-йоу. Ну, я надеюсь, выживут у нас. Он не страж, это раз. Ну и нет вокруг него вот таких... Опа. Здравствуйте, приплыли. Твою налево, а. Так, ну тут обязательно нужно хиляться. Обязательно, без этого никуда. Потому что если этот бомбанет своим суперударом, а он 100% бомбанет рано или поздно, нам мало не покажется. Блин, Барсика хотят убить. Неужели уничтожат мне Барсика, а? Этот еще себе атаку повысил, прикинь. Жук навозный. Надо его чпокать. Но я не успеваю. Пока Барсик скажет. А, нет, Барсик еще живет. Мало того, что живет, он еще и наказывает. Но все равно ему крышка. Барсику сейчас пыхнет своим пламенем. Ты смотри-ка, Барсик, ты везунчик. Ты родился у меня в чешуе. Очередное кручение колеса, и мы получаем с тобой 50 миллионов древесины. Пускай. Лучше древесины, чем рыба. И 100 рун, как говорится, падает нам в копилочку. Все. Значит, получается, у нас две энергии. Первый поединок проходящий, и потом уже босяцкий. Высшая награда у нас будет 200 рун. 100 и 200 это 300, плюс еще 30 было. 330 рун. Я думаю, что неплохо. Как ты видишь, первая волна, и здесь уже три противника. О, давай сюда, наверное, бомбанем. Хотя надо было... Опа, промахнулся. Так, а этот не имеет суперудара, да, получается? Но зато имеет мощную огненную атаку. Ну-ка, сюда вляпаем. Так, три энергии, сейчас опять вжарит. Опа, он себе еще... Повысил атаку, ты прикинь. Я думаю, что он до этого не доживет. Блин. Нет, не доживет. Ну что, злобный змеевик. Вот ты что делаешь, проказник. А на-ка. Надо было броню ему понизить. И все. Ладно, фиг с ним. Будем вот так потихоньку мурыжить. Зря я потратил энергию. Блин. Оу, щит. Шепот смерти здесь. Блин, и древоруб. Прикинь, шепот смерти и древоруб. Молодцы, командочку знают как. Оу, слава богу. Так, ну что, это у нас стальной капкан. Все-таки уничтожит, да? Сейчас пыхнет. Ты прикинь, Барсик просто действительно сегодня везунчик. В рубашке ой, в чешуе родился. Так, кусаем. Я думаю, что здесь ничего страшного не будет. Энергии мало у них, да? Ну вот максимум, что он может сделать. Мы добиваем с тобой здесь. Плюс делаем... Ага. Я думал, что отхил будет. Вот сейчас, наверное, опять пыхнет пламенем. Три энергии. Хм. Тогда прощай, радость ты моя. Порвали мы. Глянем, что нам тут выпадет. 125 миллионов рыбы. Ну вот куда мне ее, а, ребят? Ну солить ее, что ли? Не знаю. Слишком много. Перебор, я бы даже так сказал. Именно по рыбе. Ну что там, давай, давай, следующий поединок. Ага, шепот смерти, шторморез и... Стальной капкан. Ну это, по-моему, не стальной капкан. Стальной капкан выглядит немножко поустрашающе. Так, какое-то ребячество. Но хиляться нам уже с тобой, как бы, по идее, надо. Потому что очень мало здоровья. Ну и этого нужно, в принципе, бомбануть. Смотри, что творит, а. Понизил еще броню. Так, две волны, слава богу, здесь. Что здесь за босяцкий будет, я не знаю. Но я вижу, что усиление атаки пошло. Допустим. Так, Барсик... А, нет. Сейчас Барсик сходит. Блин, ну с усиленной атакой это будет плохо, если он сейчас кому-нибудь звезданет. А у меня с пониженной броней. Ё-моё. Можно, в принципе, грушу потратить.
Можно же потратить? Можно. Мы и потратим. Ну. Вон туда ты бомбанул. А если бы у Барсика было бы мало здоровья, он бы в Барсика бы шмальнул. Этого я тебе точно говорю. Ну что-то там. Блин, ты посмотри, как влупляет. Что-то не на шутку он разозлился. Так, кто у нас тут? Громыль. Так, ужасные. Ой, ужасные. Подожди-ка, тут, наверное, так начнем. Плюс отхил сделаем. Его нужно добить. Ну и водорез тут, как всегда, мешается только под ногами. Так, это сейчас, надеюсь, нет, фаербол он делать не будет. Крылатый ужас, наверное, тоже здесь. Блин, понизил броню. Ой, атаку. Так, мы, наверное, с тобой. Трындец, как мало отнимает. Ну ладно, на хил это же нет, влияет. Это влияет на хил. Так, мы обычно на 327, а тут на 200 с лишним. 260 там, по-моему, да, хилились. Так, ладно, добиваем этого. И остается водорез. Один. Ну, с одним, я думаю, мы справимся довольно легко. Так, укус. Дальше двойная атака. После этого давай хильнемся. И там одна-две атаки, и все, ему крышка. Раз, и последнее. Два, все. Довольно такое легкое было, да, событие. В очередной раз крутим колесо, смотрим, что оно выпадает. А это 25 миллионов древесины. Забираем с тобой 200 наших рун. Забрать. Неплохо. Только постарайтесь в следующий раз поберечь их драконов, хорошо? Это вам в награду за усилие. 200 рун, спасибо большое. Ну и следующий у нас, как говорится, откроется через 18, ну скажем так, 19 часов. То есть завтра мы с тобой вполне можем его начать проходить. И, наверное, приступим все-таки. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Набор, так, монетки. Плюс кревет, громобой, крылатый ужас. И что там, шестеренки в конце? Да, шестеренки, окей. Здесь забираем с тобой тусклый янтарь. И, по-моему, да, по-моему, все. Раз все, значит, мы с тобой можем в переработку поставить янтарь на одну штучку. 4 часа на обмен. Плюс ко всему у нас есть еще с тобой арена сегодня. Я думаю, что надо идти на нее и проходить. Ну, хотя бы добиться того, чтобы нам выпал первый пак вождя. Бог с ним, со вторым, потому что нам и одного, как говорится, хватит. И я хотел еще, знаешь, что сделать? Я хотел потратить руны. Не руны, точнее, а монеты Одина. Монеты Одина, и хотел их потратить. Железнозуб. Может, покопить их, а? Ну, ты понял, куда я хотел их потратить. Именно на... Где у нас выпадает из железа. В общем, все, это вот здесь, насколько я помню. Да. Или все-таки лучше покопить, друзья. Наверное, пока покопим. Нам не к спеху, да? Не к спеху. Ну что, пойдем с тобой быстренько попробуем выбить пак вождя. Буквально три поединка нам нужно, да? Три поединка выиграть, получить пак вождя и забить свободные ячейки именно паками. Ну, кто у нас тут первый, кто храбрый? Так, понятно. А мы начнем, наверное, пожалуй, с Громыля. Ну и что-то тут... Понятно, все, как всегда, Барсику достается в первую очередь. Это прям вот патология какая-то. Барсика бомбят самого первого. Я не знаю, почему он им так нравится. Так, нам бы, честно говоря, хинуться бы не помешало, если честно. Но хинуться, видимо, нам не судьба, да? Потому что Барсика сейчас уничтожат. Вот этот вот злобный змеевик. 100% сейчас ну вот, я и говорил, бомбанет по нему. Так, здесь размазали. И остается у нас... Как всегда, за свою, за старое берется, а? Оглушать начинает.
Ну, давай тогда. Опа, он промахнулся. Сделаем так. Плюс укус. Сейчас попробуем просто ударить. Мы можем сделать еще раз. Все, ему крышка. Ну что, первая победа на арене. Так, а здесь у нас с тобой вот такая команда. Барсик, Громорок и плюс, опять же, Костолом. Начнем с Барсика, пожалуй. Я думаю, что этот противник будет поопаснее, чем остальные все здесь. Угу, чуть-чуть не добили. Ладно, не страшно. Ты смотри-ка, а. Он, кстати, так вот делает очень-очень редко, чтобы чем-то метал. Обычно он таранит. Так, ну что? Да давай его шваркнем, так уж и быть. Если он такой ватный, почему бы его не добить? Блин, а вот сейчас, кстати, будет беда. Нет, это слил энергию. И у Костолома не получается нас протаранить. Нам есть только хильнуться. Но опять же, он сейчас будет кого-то глушить. Тут либо шторморезы. Хм, даже не стал разбег делать. Интересно, что с ним не так? Сможем добить его, а? Да, сможем. Отлично. Ну что, надеюсь, это у нас последняя схватка на сегодня на арене. Так, Парящий Перехвостень. О, Ужасное Чудовище плюс Кривоклык. Неплохо устроились, смотрю. Благо, у них уровень не особо силен, высок. Но только у Ужасного Чудовища 17-й. Так, стопы. Да хорош. Блин, ну что-то уж вообще тут быстро как-то. Сейчас Барсик, по-моему, шваркнут. Ну вот этот тогда сейчас. Хотя, подожди. Давай, наверное, сюда бомбить. 17 уровень все-таки. Ну что, прощай, родной. Распетрушили тебя, к сожалению. Так, кого сейчас будет бомбить? Фига он. Я, наверное, сделаю вот так вот все-таки. Я понижение брони сделаю, плюс укус. Я думаю, со второй заходки мы его просто распетрушим здесь. А этот будет просто кусать. Надеюсь, не уничтожит. Нет. Теперь делаем с тобой вот так. И погнали бомбить Кривоклык. Тут он уже нам ничего не сделает. У него только кусать и усиливаться. Так, и добивка. Все. Ну что, друзья, вот и пак вождя. Мы его открываем. Нам выпадает Костолом, Крылатый Ужас, Душитель, Шепот Смерти, Новичок, Громобой. 4 штучки. О, Элитный, Парящий Прихвостень, аж дали 10 карточек. Водореза 9. И Беззубика дали 4 карточки. Обалдеть, я Беззубика уже не получал фиг знает сколько. Ну и как видишь, нам выпали обычные с тобой паки, к сожалению. Хотелось, конечно, получить что-то более, да, посолиднее, поприличнее, но вот так вот. Так, поищите грозу. Вот эти задания нужно выполнять, ё-моё, я все время про них забываю. Так, отправляйтесь на корабль торговца Йохана и приобретите предметы. Если бы он какие-нибудь предметы хорошие давал бы, я бы обязательно приобретал. Поручите Разнокрылу добывать рыбу в течение 20 минут. Что за Разнокрыл? Кто такой Разнокрыл? Вот это что ли? Какой Разнокрыл? Поручите Разнокрылу. Это Громорок. Я не знаю, что за Разнокрыл. Это Мармелет, это Страж. Это Громоножка. Разнокрыл. Нет, конечно, можно посмотреть в этом. В ангаре. Кто, что за Разнокрыл? Криволап есть. Песни Смерти есть. Зубоскал, Нюхохват, Шокохват, Жуткая Жуть, Экзотический Кипятильник, Тройной Удар. Разнокрыл. Вот он что ли? Точно он.
То есть его нужно отправить. Чего там? Так, разнокрыл добывать рыбу в течение 20 минут. А он у меня всего лишь 6 секунд добывал. И вот этого я забыл прокачать. А если ускорить? Что у нас тут, Максим? О, нет, 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 нет. Пускай будут. Вот его как раз, ребята, я и начинал прокачивать. Потому что если его прокачаем, он очень будет много нам добывать ресурсов. А это, да, это брюхоглот премиум. 1163 железа за 1 час 7 минут. Ну, я уже молчу про остальные ресурсы. Но, не забывай, что это третий уровень только. Он прокачивается, вроде кажется, легко, да? На высоких рангах он будет очень-очень-очень-очень много требовать ресурсов. Поверь мне, очень много. Те даже необычные, которые вот эти вот. То есть его еще нужно будет попробовать прокачать до 80 уровня. Что не так легко. Ну, а на этом, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!